Всем большой привет! Добро пожаловать на наш канал «Просто рецепт». Сегодня я готовлю очень вкусные овощи на гриле с маринадом. Оставайтесь со мной, будем готовить вместе. И для этих овощей мне понадобится 2 сладких перца, у меня рамира, можно взять обычный сладкий перец, 2 молодых небольших кабачка, 2 маленьких баклажанчика, пучок петрушки, немного соевого соуса, 2 столовые ложки лимонного сока, 2 зубчика чеснока, оливковое масло холодного отжима, нерафинированное, пол чайной ложки сушеного базилика и соль. Баклажаны нарезаю на кружочки. Вот такой вот толщины. Теперь я их солю с двух сторон. Я отставляю в сторону на 10 минут. И такими же кружочками нарезаю кабачки. Перец разрезаю пополам. Убираю семена. И так как у меня длинный перец, я его разрезаю на части. Вот так. Петрушку мелко нарежу. Чеснок натру на мелкой терке. Баклажаны перед жаркой промокну салфетками. Так я уберу лишнюю соль и влагу. Овощи я все подготовила, теперь буду жарить на гриле. Гриль может быть совершенно любой. У меня обычная сковородка гриль. Можно взять электрический, либо пожарить на костре. Будет еще вкуснее. Выкладываю на хорошо разогретую сковороду баклажаны. И на сильном огне обжариваю с двух сторон. Готовые овощи перекладываю в миску. И все то же самое я делаю с кабачками. Чтобы перец хорошо прожарился, я его слегка придавливаю лопаткой. Все овощи готовы. Теперь я к ним добавляю зелень, сухой базилик, чеснок, лимонный сок, оливковое масло и соевый соус по вкусу. Все перемешиваю. Посмотрите, какая красота! Эти овощи можно подать прям сразу, как только вы их приготовили, а можно оставить промариноваться еще на 15-20 минут. И вот такие вкуснейшие овощи на гриле в маринаде у меня получились. Вы не представляете, насколько они ароматные,
очень-очень вкусные и полезные. И это блюдо – настоящий кладезь витаминов и пользы. Оно точно понравится всем, даже если вы не любите овощи. Именно за счет такого легкого маринада и прожаривания на гриле овощи становятся божественно вкусными, и такие овощи отлично подойдут к любому основному блюду. Хотя есть их можно даже просто так, и это очень-очень вкусно. Я от души прям рекомендую вам этот рецепт, обязательно порадуйте своих родных и любимых. Готовьтесь любовью, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых вкусных рецептов с нашего канала. А текстовый формат рецептов вы, как всегда, найдете на Яндекс.Дзен. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Я всех от души благодарю за просмотр. Желаю вам прекрасного настроения. До скорых встреч и пока-пока!